Обманули и украли золотые украшения на 650 тысяч рублей. Две мошенницы из соседней республики под видом покупательниц познакомились с махачкалинкой, которая продавала драгоценности. Одна из аферисток позвонила дагестанке, представившись ее лечащим врачом, и попросила продать украшения в долг. За изделиями она отправила своего доверенного человека. Продавец согласилась, а злоумышленницы уехали в соседнюю республику с добычей. Позже они были задержаны сотрудниками полиции Дагестана. Возбуждено уголовное дело. 14 января 2022 года я приехала в Махачкалу со своей знакомой женщиной. Сначала зашла я в Золотой Каспий, где торгуют золотом. Подошла к крайне незнакомой мне женщине, попросила у нее телефон, чтобы она дала мне позвонить. Как только она дала свой телефон, я вбила ее телефон, свой номер телефона, которой ранее не пользовалась я. Потом же позвонила же, ей же позвонила через минут пять, представилась Патимат и попросила, чтобы она дала в долг вещи моей знакомой, что она подойдет. Она сказала, что хорошо, пускай подходит. Минут через 10 я вышла, а моя знакомая зашла, якобы от меня. И эта женщина спросила у нее, вы от Патимат? Она сказала, да. Хорошо, выбирайте то, что хотите, она ей сказала. Она выбрала вещи и ушла. После того, как мы вышли, мы пошли в сторону центра к таксисту, с которым мы приехали в Махачкалу из Грозного. И с ним же уехали домой. А сим-карту по дороге я выбросила, и телефон тоже.